Что-то давно я к Пискарь Ивановичу не заходил. Здравствуйте, Пискарь Иванович. Здравствуй, Лунтик. А у вас тут не сильно дождило? Нет, Лунтик, все в порядке. Какие красивые картины! Это я сам рисовал, еще в молодости. Вот только поблекли они с того времени под водой, как-никак. Послушай, Лунтик, может быть, ты мог бы их подновить? А можно? Ну, конечно! Нужно нажимать на краски, а потом на кусочек рисунка. А здесь я собрал разные задания специально для тех, кто любит рисовать. Выбери одно из них, и ты сможешь рисовать в нем сколько угодно. Здесь ты сможешь выбрать... Здесь повсюду столько интересного! Ты еще не выполнил это задание и не можешь перейти к нему. Вот смотри, Лунтик, у меня остались маленькие эскизы картин. На них показано, как нужно раскрасить картину. И мне можно самому раскрашивать картину? Конечно, Лунтик. Невероятно! Ну, просто точь-в-точь, как я рисовал. Невероятно! Ну просто точь-в-точь, как я рисовал. Ух ты! Почти как на эскизе. Давай только самую чуточку подправим, и будет вообще отлично. Невероятно! Ну просто точь-в-точь, как я рисовал. Невероятно! Ну просто точь-в-точь, как я рисовал.
Невероятно! Ну, просто точь-в-точь, как я рисовал. Спасибо, Лунтик, ты очень мне помог. Теперь мои картины простоят еще долго. Но когда они снова обветшают, я теперь знаю, к кому обратиться за помощью. Обращайтесь обязательно, Пискарь Иванович. Всегда буду рад вам помочь. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.